Ал құрметті, Қазақстанда тұрамыз ғой, қаншама сөйлейік те, құрметті жастар, байқап отырмын, мұғалімдер осында. Әсіресе жастар, біздің Қазақстанның болашағы, ертең сендер Қазақстанның болашағын жасайсыңдар. Біз жол ашуымыз керек сендерге, былай айтқанда. Міне сол үшін мен келіп отырмын. Уважаемые коллеги, поскольку на русском языке получается данная конференция, тема обозначена, вы знаете. Я немножко дополняю мировой цивилизации. Почему? Потому что мы находимся сейчас в глобальном мире. Взаимосвязаны все. Проблемы наши. Поэтому в контексте мировой цивилизации должны быть проблемы большие решены. Потому что мир быстро меняется. Иногда не знаешь завтра, что будет. Мы каждый день смотрим интернет, много нового видим. И не успеваем даже проследить, что происходит в мире. А надо успевать. Вот в связи с этим вот такой подход. Теперь я хотел бы сказать, почему так я назвал. Вот перед вами книга. Видите, Абай, будущее Казахстана, мировая цивилизация, недавно вышла эта книга. Состоит из трех разделов. Первый раздел как раз Абай и будущее Казахстана. Второй раздел посвящен тюркской цивилизации. Там я стержнем ставлю такой вопрос, как дать импульс новому развитию, новому витку развития тюркской цивилизации. Мы можем ли второй раз войти в мировую историю, как великая тюркская империя, если хотите. Получится это? Третий раздел – это мировая цивилизация. Я немножко попозже остановлюсь на этом. Теперь хочу ответить на один вопрос. Жаңа наша ведущая сказала, что через Абай, как бы. Как я подошел экономист к Абаю? Вот среди вас находятся разные направления специалистов, правильно же? Все-таки я считаю, каждый должен найти свою душу Абая великого. Как я это, что мне подтолкнуло на это? Ну, опять, главное это рождение идеи. Как зародилась эта идея? Представьте себе, я ученый-экономист, опубликовал 800 научных трудов, 83 монографии, книг различных. Как уже сказано, четырехкратный депутат, я находился у истоков независимости нашего государства. Начиная с первой конституции, я рабочий групп писал первую конституцию. За это время, вот за 28-29 лет нашей независимости, первым президентом Республики Казахстан, Елбасом Нурсултан Абишевичем, я дал 40, более 40 концептуальных записок по различным направлениям, судьбоносным направлениям развития нашего Казахстана. Конечно, ряд этих предложений внедрены. Но я считаю, что только большинство моих предложений еще ждут своего решения. Возможно, в будущем и вы будете реализовать. Ну, в частности, например, проект Туркестана. К этому мы подойдем. Это реализуется сейчас, знаете, Туркестанская область организована и так далее. Но все равно в душе неспокойно. Почему? Потому что енді мен қазір жасым 72-ден асып кетті. Я хочу видеть плоды своего проекта все-таки. Для чего? Чтобы Казахстан быстрее развивался. Развитый государством, чтобы был. Цивилизация и так далее, и так далее. И в связи с этим решение этого вопроса возникло вот, обращение Абаю.
внезапно, как озарение, можно сказать. Как это случилось? Однажды я летел в Европу на форум. Когда прилетаешь, ну, Франция, Германию или Англию, земля прямо как ковер. Все прекрасно, ухожено. Душа радуется. А когда прилетишь, посещаешь Лувр, Нотр-Дам, или мадам Тюссе в Англии, Всемирный географический музей в Лондоне, театры, там, в общем, общение, видишь цивилизацию. Действительно, цивилизацию видишь. И невольно задумаешься, а почему Казахстан один из богатейших стран мира по полезным ископаемым. 110 элементов Менделеева здесь. Вы не знаете, там есть, возможно, знаете, редкие металлы. Осмий, рений, грамм стоит сотни тысяч долларов. Вот какая богатство у нас. По территории 10-9 месте в мире держим. Почему бедно живем? Больно задумаешься же, правильно же? Вот тогда я зародилась идея вернуться нашим истокам. Конечно, кроме известных ученых, известных учений Конфуция, Будда, Нострадамус и так далее, много, вы знаете же, нам близко стоит, это же Аль-Фараби, Балашаун, Бахр-Гали, Абай, ну, здесь рядом Алишер Наваи и так далее, и так далее. Вот этим я занялся, ну, через призму сегодняшней реалии. Вот в то время какие идеи они поднимали. Как сегодня реализуется? Как завтра будет реализоваться в нашей жизни? Поэтическое произведение «Слово назидания», поэтическое произведение Абая и так далее. Действительно, уже два столетия является, вот, духовно обогащает наш народ, работает силам человечества. Абай – идеал всех казахов. Он не только выдающаяся личность, как бы, той эпохой, но он, сейчас я советуюсь с ним, как и другими, и начинаю находить какие-то пути, механизмы решения, то, что он говорил в свое время. Поэтому Абай стал символом свободы мыслей и слова. Вот как сказал Ахмед Байтурсунов, вот вам это обращается, видимо, нам. Каждый уважающий себе казах должен на произведение Абая и цитировать. Дело мне это. Вы знаете, недавно обратился президент Республики Казахстана Токаев. После того начали движение. Изучение Абая, учение Абая и так далее. Вот до этого я, как четырехкратный депутат бывший, могу сказать. И вчерашний день могу сказать. Слышали когда-нибудь правительство? Ссылались члены правительства на Абая. Или парламент и депутаты как-то привозили. Я не слышал. Как бы все мы любим. И власть, и простой человек. Все мы любим Абая. Да, Абай великий, мыслитель Востока, философ и так далее, и так далее. А то, что он говорит, сказал он, как на деле реализуем, в этом отношении, конечно, казахшалавайт, он здесь жирге гарайсин. Вот пора, уже время. Вот. Поэтому я написал вот такую маленькую книгу сначала. Я 40 лет, 50 лет не решился. Уже более в таком возрасте я решился к Абаю.
изучая Абая, написал эту маленькую книгу. Абай және қазақ болашағы деп аталады. Первые. Тут же обратился рукописью корифеем, знатоком Абая. Здесь историки, философы, литературные отруганшвар. И обратился Серёгу Кирабаеву. И обратился академикам Абдуаль Кайдар, Турсунбек Какшеву, знаток по Абаю, Екентас Мырзахметову, чтобы они посмотрели, правильно ли пишу, может, зашибаюсь чем-то. Они, после получив их положительную оценку, начал я дальше работать в этом направлении. И написал вот такую вторую книгу на казахском языке. Сначала все было. Потом, когда в Астане я был, вот эту книгу дарю, все спрашивают, где русский язык? Многие мынаны жаздым. Абай және қазақ елінің болашағы. Если спрашивают на русском языке, с этой стороны Абай будущее Казахстана на русском языке. Запрос из Астаны я выполнил, можно сказать. Далее написал эту книгу. Отзывы этих академиков имеются в этой книге. Можете вот на выходе этой книги имеется. Кто желает, пожалуйста, на любом языке. На любом языке. На казахском, на русском, на английском. В разных масштабах. Мы осындай, с этого у меня началось. Далее теперь ближе подойдем. Вот этот слайд, третий слайд. Там есть третий слайд, да? Мы это первый сейчас книга, о чем мы будем решить. Речь идет, видите как, здесь ставятся вопросы. В каком направлении двигается мир? В чьих руках находится наше богатство? Как используем это богатство? Духовность наша, человек, природа, экономика, технология, аул, знания, науки. Что нужно для каждой семьи, расчеты есть для каждой семьи. И так далее, и так далее. Где-то я упускать буду, конечно, мне все трудно говорить, честно говоря. А вопросы вы можете задать. Например, аул, как поднять аул? Есть строительство аул здесь, про аула. 5 страниц реальные положения дела аула сейчас. Реальные, правда. 5 страниц, как поднять аул, механизм реализации. Через призму опять высказывание Абая. Абая. Следующий слайд. Вот теперь такой вопрос. На первый вопрос вот написано, куда двигается мир. Я сказал же, глобальный мир очень сейчас турбулентно, можно сказать, движение. Если технари есть, знает, что такое турбулентность. Ну, Абай былай дейді. Көп туман алдыңдағы келер заман, үмітті сәуле етіп көз көп қадалған. Көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр, сипат та жоқ, сүрет те жоқ, көзін талған. Русский текст видите. Действительно устали глаза. Нет картин, нет представлений. Действительно мир такой сейчас. Вы сами видите же. Даже одни санкции для России, как влияет сильно изменение нашей экономики. Вот Абай предвидел это и точно выразил. Здесь мы пишем, все-таки нам сейчас очень футурологов много стало. Правильно, это надо. Надо прогнозировать. Для чего Казахстан 2050 есть программ стратегический. Надо предвидеть. Что будет в будущем? Здесь я пишу 2 возможных пути развития мира. Первый – идти по накатанному пути, здесь написал я, видимо. Ну, как идем сейчас, как бы. Вооружаясь и думая об обогащении, иначе потребительского общества. Абай об этом тоже говорил, когда полноценным человека. Мы подойдем к этому. Действительно, сейчас мир вооружается. Вооружение Америки
55% всех вооружений мира. И другие страны вооружаются, вы прекрасно знаете. Это путь никуда. Второй путь, трансформируя общество, сделать шаг к новой цивилизации. Это эра разума, требует изменения мировой психологии, возрождения духовно-моральных ценностей и их разумного сочетания с искусственным интеллектом, роботизацией, информатизацией. Что молодежь, что вы ценили вот такую идею? Вот Запад ушел действительно по высокой технологии Силиконовой долины, вы знаете. Но отошли от духовности Абая, можно сказать. Духовность Конфуции, философии Востока. К чему пришли? А я здесь стараюсь везде объединить и духовное начало, и технологию. Только на стыке мы можем решить проблему. Следующее, а то я могу далеко идти. Вот теперь здесь какие наши дальнейшие, какие исторические моменты были, дальнейшие связи. Вот великие исторические личности тюркского мира. Вы знаете их хорошо, я не буду. Начиная от Тамириса, Атилли, кончая вот современности. Что хочу здесь отметить? Они действительно большой вклад сделали тюркской цивилизации. А тюркская цивилизация, один из семи, как Римская империя была в свое время. Вот кто вклад делал для развития. Вот возьмем Кубылай, красным там написано. Кубылай, кто-то знает, кто-то не знает, возможно. Это внук Чингисхана. Он правил 100 лет Китаем. Сидел в Пекине своим потомком. В Пекине. Чингисхан не взял империю Сун. Чингисхан бер жағын алды. А Кубылай, и включая империю Сун, и Вьетнам полностью правил. Не только он, как воин, он работал на цивилизацию развития Китая. Вот так надо понимать. Он даже крыл канал в Пекине, чтобы рис, чтобы доставили народу Китая. Вот такой вклад он сделал. Именно развитию работал. Поэтому я не знаю, тот народ, который там жил, должен ценить его. Я не говорю, что там памятник ставит или что. Как народ оценит, так и будет. Но зато он действительно большой вклад сделал. Это наш пред. Следующий. Ну, это уже наши вот предки, начиная с Чингисхана, Амир Тимир, все предки. Вот видите, начиная с Тихоокеанского региона, выше Южной Кореи, Китай, Индия, до Вены доходили. Вот такая империя была. Правая рука Кубылая, Мухали Джалаир. Здесь бессонный вклад сделал вот по Китаю, до Вьетнама, Индии участвовал. Иногда вот такая мысль. Вот в то время завоевать такую территорию, находясь уже Италия возле Рима, Франции и так далее, рядом, ставится вопрос, молодежь может поставить, а почему там два шага остался, там могли бы дальше всю Европу взять? Да, могли бы. Но в то же время, знаете, во-первых, территория огромная, морозы, чума где-то
не помню, в общем, половина, более 50% умирали от чумы. Вот такой период был. Но это, все эти факторы сыграли. Если бы не было бы этого, кто знает, цивилизация куда ушло бы. Сейчас мы и думаем, боимся, вот миграции идет сейчас. Вот действительно, миграция сейчас, видите, Европу от мусульманских стран идет. Хотим, не хотим, история, это уже как бы другим подходом, другая волна, тенденции, динамики, изменения. Через 20-30 лет европейские страны, конечно, там многие большие проценты среди мусульманских будет народов. Неизвестно. Это раз. Вторую такую аналогию я скажу вам. Сейчас вся Европа каждый день бурлит. Борьба насчет потепления климата. Вы знаете. И молодежь поднимается, и так далее. Правильно они поднимают. Почему? Потому что по прогнозам ученых, если уровень воды, потепление климата до 2 градуса дойдет к концу века, уровень воды может подняться 10, 14, до 18 метров. Если подниматься вода будет, тогда многие европейские города останутся под водой. Что будет дальше? Куда цивилизация? Почему вы задумаетесь правильно? Почему мы вчера боролись за землю нашу? Один из тех я, сижу в Государственной комиссии, член Государственной комиссии по земельным реформам. Біздің ата-бабаларымыздың жері болды. А почему не бороться? Потому что к концу этого века кто знает, что, кто где будет. Именно никто не знает, если вода там действительно поднимется и так далее. Европейцы сюда рвутся, будет рваться. Куда будет рваться-то? Поэтому каждый кусок нашей земли – это золото. Надо правильно понимать. Мені сол сөйтін жер туралы үлкен мәселе болды. Халық дана, халық біледі бәрін. Дальше. Здесь, ну, о духовных ценностях. Здесь речь идет. О духовных ценностях. Что здесь можно сказать? Действительно, духовные ценности Абай очень ценил, очень сильно поднимал. Он продолжатель, я могу сказать, философии морали Конфуции. Конечно, он изучал Аль-Фараби, наследие, Ясави и так далее. Но вот идет, я думаю, от Конфуции все. От Будды, от Конфуции. И поэтому философию морали он ставил превыше всего Абай. Духовные ценности. Весьма важная и основополагающая идея о полноценном человеке. Он говорил, чтобы, вот молодые люди, я вам скажу, чтобы человек, чтобы полноценным быть, если кратко сказать, он должен освоить видимую часть жизни и невидимую часть жизни. Вот Абай так говорил. Видимо, сейчас жизнь – это материальная сфера, то, что мы видим, это и экономика, это богатство, можно сказать, быть состоятельным и так далее, и так далее. Бизнесом заняться и так далее. Это видимая сейчас жизнь. А невидимая сейчас жизнь – это уже человеческий капитал. Это душа человека, внутренний мир человека, мораль человека, нравственность и так далее, и так далее. Видите, куда надо внимание обращать надо нам. А Европа как развивается? Именно первую часть Абая, который говорил, материальный сейчас, больше капитала, больше обогащаться, больше прибыли, потребительское общество и так далее, и так далее. Конечно, вот это высокие технологии, нанотехнологии, биоинженерия, шестой уклад, какие хотите, воспользовались именно для обогащения или на вооружение и так далее, и так далее.
А вы призываете. Надо держать и то, и другое. Сам Гейтс признал. Сказал, да, мы погоня за капиталом. Действительно, ушли так далеко, что забыли. Поэтому начали заниматься благотворительностью и так далее. Сам миллиардер. Видите как? Поэтому политику Запада, стратегическую политику надо менять, я считаю. Поэтому я в книге написал, что квартиру ООН и так далее надо перевести в другой континент. Вот как раз я забуду потом. Вот две книги, потому что не забыл. Абай на английском языке. Будущий Казахстан, мировая цивилизация. Это в Лондоне выпущено было. И концепт стратегии выживания человечества. И продовольственная безопасность. Извините, я выключу. И вышла в Кембриджском университете. Презентовано было Кембриджского университета. Вот такой уже аудитории, профессор преподаватель, с участием ректора и так далее. Вот это концепт стратегии выживания. Эти книги, чтобы вы знали, направлены 200 топ-университетов мира. Это информация издательства, не моя информация. Так, по Абаю. Теперь, поэтому вот мир как-то стал развиваться материалистической моделью, можно сказать. Надо отойти от материалистической модели. Надо взоры обращать на восток, я считаю, все-таки. Мир сейчас, развитие идет на восток. Вы сами понимаете же, как Китай быстро развивается. Вот такую мысль я скажу, ведь у меня ушли мысли туда-сюда, чтобы вы знали. Когда изучаешь историю цивилизации в целом восточных народов, я пришел к такой идее. Действительно, у нас все было в начале. Всевышний нам дал две возможности развития. Первую возможность у нас была, мы упустили. А вот сейчас вторая возможность. Первая, что за возможность? Хочу сказать. Первая возможность, что... Вот смотрите. 9-10 век. Все мыслители у нас были. Аль-Фараби, Ибн Сина, Фирдауси, дальше идет Ирун и так далее. Философия у нас была, медицина у нас была, математика у нас была, мировой уровень. А что произошло? Конечно, религии пришел в это время и так далее. Что произошло? Вот я хочу напомнить вам, вспомните, вот постарше люди, ну вы тоже знаете, Олимпиада в Лондоне, Лондонская Олимпиада. И там, не знаю, 4-5 часов показывали развитие Европы и Англии полностью во время Олимпиады, включая королеву и так далее, и так далее. И если посмотреть, всего 500 лет, оказывается, надо было Европе стать таким. Всего 500 лет. А у нас какие ценности были? В то время, когда времена Чингисхана, времена вот Атилы и позже Тюрксаганат, вот этот наш философ и так далее, Европа мало развивался. Все новинки, ноу-хау у нас было, к сожалению. Потом я понимаю, за последние 500 лет, начиная от Фарадея, уже включая Гегель, Маркс, Энгельс, Эйнштейн и так далее, уже промышленные революции и так далее, они забрали всю новинку. Конечно, сами зарабатывали и восточные мысли тоже забрали. Китай. Первая бумага была. Самарканде первый Марко Поло сам писал, он ездил и видел, и писал.
самый лучший печатный станок в Самарканде был, книжный. Первый университет в Самарканде был. Все ушли потом вниз. Включая даже Китай, развитие ушло вниз. А Европа пошел вверх. Потому что рационалистический дух Европы, изобретательный дух и так далее, выше сейчас диктует цивилизации. А у нас было это дело. Для чего я сказал, нам нужно второй раз возрождаться. На той основе, исторической, культурной основе, которая у нас была. Если не было, то другой вопрос. Было же у нас все. Поэтому уже вот это дело ваших рук будущее. Теперь вот такой проект стоит перед вами, Туркестан. Раз духовность Абая идем. Вот, пожалуйста, то, что Абай говорил. Пожалуйста, можно же. Туркестан был духовным центром цивилизации. Поэтому я подготовил такой международный проект. Эта идея мне пришла, когда еще Туркестан и Международный казахско-турецкий университет ректором был. Почему не поднять на великом шелковом пути точку роста? В 2013 году Си Цзиньпин об этом стал говорить. А в 2011 году этот проект уже был готов. В 2012 году я направил этот проект. 8,5 миллиардов долларов стоит этот проект. Назарбаеву. От духовного возрождения Туркестана. Туркестан стал действительно духовным центром великим шелковым пути. Не только для Казахстана, а в целом Средней Азии и даже Большой Азии. Здесь 5 проектов. Здесь духовный проект. Духовной столицы делал Туркестан. Технологический проект. Это Кентау, Уран, космодром рядом и так далее. Кластер «Новый аул», кластер туризма, логистики и так далее. Конечно, сейчас я рад, с прошлого года начали реализовываться, но я беспокоюсь о том, что комплексно же реализовалось это. Вот такая идея, чтобы вы знали. Создать в Туркестане всемирный исторический, культурный, географический музей. Всемирного уровня. У нас, начиная с сакских, гуннских времен, Туркестан хватает наши ценности на весь мир. Если такой музей будет, те же европейцы, американцы никуда не будут ходить, только в Туркестан будет прилетать. Потом же географический музей я видел в Лондоне, который они, Индия, Басха, Джирденберн, алдовое богатство, и собирали туда географический музей. Сейчас весь мир ходит в Лондон. Это гораздо круче будет, это наш музей. Ну, надо делать. А такого плана здесь очень много. Раз 8,5 миллиардов долларов стоит этот проект, это что-то значит же, правильно же? Духовная академия. Дин башысы, муфти сүйерге барып, Туркестанда отырсын, Астанада неғылат муфти. Духовный центр Туркестан у нас же, правильно же? Духовная академия надо там сделать. Много таких вариантов, там много. Я не буду подробно задаваться. Особенно, вы знаете, обращаю там внимание, Кентау. Там, видите, здесь духовно-технологический кластер образуется. Отличие от Силиконовой долины, Силиконовая долина только новые технологии. А здесь и духовность, и технология. Урана, по урану в мире первое место мы держим. Рядом с Кентау находится уран. Рядом, космодром рядом. Пожалуйста, и высокий технолог, новый технолог хотите. Одновременно мы ему развиваться можем и то, и другое. Ну, это все, все-таки предки наши оставили нам. Делайте, дед. Абай сказал, делайте. Абай не говорил о механизмах реализации. Он не знал сегодня, что будет. Это наш удел реализовать. Нам он оставил механизм решения данного вопроса. Хотим духовно возрождаться, пожалуйста. Дальше. Наука. Здесь кратко буду. Теперь дальше кратко буду, потому что я могу далеко уйти. Особое внимание Абай уделил науке. Видите, как он писал? Блестяще. Вот. Шакарим Таттажазган. Видите, Шакарим говорит, человек без науки, словно животное.
Во что бы ни стало, овладевай ей, и наука нуждается в человеке. Если он умен, то наука как сирота. Вот сирота, где вот ханым, мен вот сейчас думаю об этом, к сожалению. Как будто мы ученые, как сирота, с мизерной зарплатой. Вот вам докажу. Парадигма развития науки. Вот четыре крупных элемента трапеции. Финансирование науки. Сразу кратко скажу. Финансирование науки. Когда я был депутатом, председателем как раз комитета науки и образования, в 91 году финансирование науки было 0,78% внутреннего валового продукта. Сейчас, посмотрите, 0,13. Шесть раз за 28 лет, шесть раз вместо того подняться финансирование, шесть раз упало. О какой науке может речь идти, скажите, пожалуйста. О какой науке может? Да, Гарвард, Массачусетский университет, Лондонская школа экономики. Там профессора миллионами зарабатывают. Не только профессора, студенты, магистранты зарабатывают там. Потому что внедрение науки там сильно поставлено. А у нас 6 раз финансирование ниже. И еще по телевизору говорим, вот продвигаемся. Ну, продвигаются штучные патриоты. Штука просто штучная. А время сейчас не штучное. Идеи возможно штучным быть. А сейчас интеграционный проект нужно реализовать быстрее. Вот, а сейчас трапецию покажи еще раз. Вот кадры. В то время 42 800 тысяч было. 42 800 кадров, это, научных работников. 62 раза меньше. Даже 3 раза упало 5 лет тому назад. Еще чуть-чуть поднялся сейчас. Надо всегда правду говорить. Надо. Теперь кадры. Сейчас скоро 2000 пенсионеров могут уйти на пенсию. Теперь вот у нас бармашинды, кадры, которые уже в возрасте. А кто пополнять будет 2000 пенсионеров? Скажите, пожалуйста. Это значит, кадровый голод будет. Это страшно. А готовить кадров 20, вот полноценного ученого готовить 30 лет надо же. Вы же идете вот как раз к этому уже скоро станете полноценным ученым. Видите как? Поэтому здесь ошибка не прощается, извините. Материально-техническая база износ, половина изношена. А старым оборудованием что, какой нанотехнолог, биотехнолог, инженерии будем делать? Конечно, есть, очень мизерно. А организация управления наукой, можно сказать, я поставлю двойку даже. Вот примерно состояние науки вот так. Дальше. Вот эта схема была. Вот после этого что скажешь? Ну, давай, сказал. Хайгы шығар ілімнен, дейді. За шығар білімнен. Хайгы мен за қысқан соң, зар шығады тілімнен, дейді. Вот после моих примеров Абай говорил, наука вовлечет горечь. Знание, конечно, досаду. Когда горечь и досада давит, то я в аду, у меня ядовитый рис. Ну, извините, у меня так тоже получается, потому что горю я. Потом сегодня, как Абай в то время говорил, сегодня я воочию вижу состояние нашей науки. Очень жаль. Поэтому здесь я механизм реализации сказал, долго это будет, вопросы будут, я расскажу. Включая создание отдельного органа Государственного комитета по науке. Теперь бизнес. Ну, бизнес – это мой проект. 9 проектов. Мы должны, чтобы развитой страной стать, средний класс образовать должны. Зажиточный средний класс должен быть. А средний класс образуется за счет малого бизнеса. Вы знаете, президент говорил, доля малого бизнеса должны довести 50% внутреннего валового продукта. Сейчас всего 20%. Статистика врет. Статистика 26 говорит. Всего 20%. А зарубежные страны возьмем, пожалуйста, до 60-70% внутреннего валового продукта доли малого бизнеса.
А в Германии занятость обеспечивается до 80% занятости обеспечивается малым бизнесом Германии. А у нас в то же время 3 миллиона самозанятых безработных. Вот чем надо заняться. Вот, пожалуйста, проект. Я предложил этот проект правительству. Все здесь есть полностью. Долго здесь не буду говорить, только о одном деле скажу. Здесь, поскольку представители университета сидят. Когда я встречался с Дарьей Нурсултановной, я сказал, что срочно надо принять закон об малом инновационном бизнесе. Почему? Потому что я сказал, вы когда посетили университеты, я бывший ректор, могу сказать, если я хочу сейчас малый инновационный бизнес предприятие открыть, сегодня открою, завтра мне задавят налогами. Об этом и Тохаев сказал в своем последнем выступлении, надо малый бизнес легатировать, налоги снять. В этом малом инновационном законе я дал этот, мы аспирантам сделали своим, этот закон малый инновационный предпринимательство сейчас находится в парламенте, отправили. Там до 3 лет освобождается от налогов. Тогда, конечно, прогресс будет. Хорошо, дальше. Теперь вот следующий слайд. Вот здесь, вот сейчас подойдем. Вот эта идея очень сильная, я вам хочу сказать. Видите, вы считаете, да, видите. Вот я ставлю сейчас вопрос, заканчиваю такой проект, идею. Как сделать духовный прорыв в турскую цивилизацию? Конечно, одновременно, конечно, мы должны технологией тоже заниматься. Вот эта идея здесь написана. Теперь, хорошо, а как мы выглядим? Да, предыдущий слайд покажи. Вот мы выглядим так. Всемирная Давосская форума оценка, индекс конкурентоспособности. Пожалуйста, помните, много лет, начиная высших руководств, хвалили наши финансовые органы, банки и так далее. Вот, пожалуйста, сейчас самый один из последних мест занимается финансами, 114 мест занимает. Хваленный наш банк. Банковская система сейчас вообще в кризисном положении находится в целом. 114 мест. По инновациям отстаем. По бизнесу отстаем, видите, 95, 108 место, 84 место. Хваленные все время хвалили макроэкономику. А сейчас какое место находится? 98 место. Вот видите, когда начнем конкурентоспособность наших стран, туркоязычных, очень плохо выглядим. Значит, нам этой сферы надо поднять. Вот тогда мы более-менее конкурентоспособны будем уже. Но основа, все-таки я считаю, основа – это духовность. Образование. Вот. А теперь следующий слайд. Вот это уже сказал. Вот здесь. Как это сделать? Вот. Я считаю, все-таки здесь надо... Духовный центр, может, открыть надо для туркоязычных стран, где пусть они определяют. И надо советы, чтобы были действительно самые знатоки, знающие, ведущие ученые, объединились и поднимали вопрос, как мы будем возрождать духовный мир туркской цивилизации. Какие-то интеграционные проекты. Я задал... Вот в прошлом году я лекцию читал в нескольких университетах. Интеграционного, как бы, совместного гранта за рубежом у нас нет. Надо совместные гранты надо финансировать государство. Вот, например, совместно нескольких стран ученые пусть участвуют, грант пусть выделяет и развивает какие-то проблемы востоковедения, или там историю, культуру и так далее, и так далее. Совместно пора совместным интеграционным грантом заниматься. Это мы не занимаемся. Поэтому, ну, теперь хорошо, дальше идем. Ну, это третий час книги. Вот. Здесь известные личности, которые вклад сделали в мировую цивилизацию. Об этом пишется. Мы сейчас, в общем, уже заканчиваем, да? Тогда вот эта книжка вышла в Лондоне, которую я сказал. Вот это регулятор, единый регулятор мировой валюты. Здесь
соотношение киловатт-валюте. Это мощности соотношения везде в мире. Вот это немножко остановлюсь на этом проекте. Вот этот проект, сейчас что я хотел бы сказать здесь. Мы живем в эпоху надежд, перемен и потрясений, когда многие прежние модели развития общества перестают работать, а новые не выработаны. Поэтому в этой связи я предложил нашему президенту Токаеву данную модель управления государством на основе пятерной спирали. Это государство, баланс ветвей власти, нужно срочно заняться политической реформой. Без этого нельзя. Это и выборы, и так далее, и так далее. Подробно не буду восстанавливаться. Второе, это малый и средний бизнес. Я сказал уже об этом. Формировать средний класс. Третий, самый у нас слабый участок, это наука внедрения. За рубежом это внедрение в Америке называется долина смерти. Вот надо преодолевать эту долину смерти. Надо внедрение, создание технопарков, инкубаторов, инновационных кластеров и так далее. Вот здесь надо акцент, надо это дать надо. Дать надо. А то многие иностранные компании у нас работают, а непосредственно результаты ученых плохо используют. Плохо финансируют. Гранты финансируют не делают иностранные компании. А вот законодатели, их надо обратить внимание, их надо. Вот без внедрения мы пропадем. У нас что? У нас государство, частное партнерство. Государство, бизнес. Потом, не знаешь, когда уже каким-то делом поймается кто-то министр, кто-то, оказывается, он миллиардер, миллионер. Или надо государством заниматься управлением, или бизнесом заниматься надо. А у нас одновременно занимается, у нас талантливые же чиновники. И поэтому я хочу сказать, а за рубежом тройная спираль. Государство, бизнес, внедрение. Сюда здесь я пятерную спираль ставил. Почему? Потому что заняться надо теперь наконец-то духовностью, потребностью общества, социальные инновации, социальные вопросы. То, что Абай поднимал. Вот главное, один из тех источников – это человеческий капитал. Поэтому я здесь потребность общества человека ставлю. И без взаимодействия информационного обеспечения никуда не побежишь. Поэтому сейчас миром правит уже, знаете, сетевая экономика. Поэтому сейчас информационное, коммуникационное взаимодействие везде нужно. Это главный инструмент продвижения, можно сказать, технического прогресса тоже. Поэтому я хотел бы, возможно, можно было бы больше. Я завершу, с вашего позволения. Пожалуйста, вопросы.